Начинаем наш гала-концерт. И на сцену приглашается у нас Артур Аршава. Меня зовут Артур Аршава. Мне 9 лет. У нас очень веселая и дружная семья. Мы все время шутим и веселим друг друга. Я люблю читать книги, смотреть познавательные передачи, кататься на велосипеде и ездить бабушке и дедушке на дачу. Несколько месяцев назад я поступил в музыкальную школу и учусь играть на кларнете. Кларнет обладает широким диапазоном звучания и может принимать участие в любых музыкальных жанрах, например, в качестве сольного инструмента, камерных ансамблях, симфонических и шумовых оркестрах, на эстраде и в джазе. Сейчас я вам сыграю Антонина Хачатуряна. Аккомпанировать на фортепиано мне будет его Путинин. Это мой самый лучший друг и одноклассник. Я благодарен за то, что он согласился мне помочь. Thank you.